На выходе сканится Ордрос на подскане. Сейчас посмотрю, что где он будет. Так, Ордрос на 68 от меня. Могу попробовать затаклить. Но если не, только не умри. Таклить нет? Да. Это на ОН? На кого варпать? Мартин? Нет. Браун Килтир. Это в эвоке. Меня затаклил. Ну, в смысле, затаклил этим. Какой-то оракл пришел в убыль. Так, и Слепнир здесь. Слепень в бабл пришел, парни. Вот если вы варпнете, вы на Слепня придете. Я сейчас буду ретироваться, короче. Не, он тебя варпнул уже. Линки пошли. Линки пошли. Тоже варпнул на Килтира. Брод тоже уже приварпывает. Брод уже в бабле. Брод уже в бабле. Так ли тебе брод? Если так, есть возможность. Слепень. Ну, в смысле слепень, да. Ордрос мне на почти всю шелду насвал, я отварпал. Сейчас попытаюсь слепень затаклить, я на развороте. Варпаю на объект. Никого варпа? Ну, есть поинт на слепне. Скребок. Эй, заряжаю фурики. Есть поинт на слепне от Интера. Но он диагрится же, небось. А, он не в инсте. Давайте. Так, слушай, Азиманди, у тебя как? Кто? Ты с Ортрусом рядом, затакли его, скрамблером. Ну, блядь, а я что по-моему делаю. Принято. Да, скорее всего, мой вопрос ни хера не это самое. Не пробиваем. Сейчас я приду, пробьем. У нас... Он пассивный, походу. Да мы просто в него не дамажим. Так, давайте, короче, я еду за Ортрусом, пока. Ну, давайте. Я Ортрус опять потаклял. Это Браун Килтер. Но... Давай, скребу его. Ой, так. На варпать, если можно. Так, кто-то держит слепня? Да. Я заряжаю ракету, ну, у меня дис. Только дис. Ну, пассивный, шуточка. Ортрус держу. А линки есть? Да. Ок. Прям с гита горят. Сейчас я поеду в ебло Ортуса. Херон. Это варпа. Так, кто-то сейчас может на меня реварпнуть, и мы ебем Ортуса. Если кто-то сможет подержать слепень. Хотя мы сейчас лучше слепень. Пошел дуплес по Ортусу, давайте, ребят. Давайте вы как-нибудь сами, может быть. Я один здесь так-то. А, действительно. Ну, мы в тебя верим. Ты же стример. Блин, он очень. Да все, сейчас он слепень. Он по мне агрится. По мне тоже стреляет. Ну, по мне и дроны, по крайней мере, его стреляют. Ой, ох, ох, хорошо. Зашло просто. Отлично. Все, минус. На кого варпаю, но он... Сейчас будет. Парни, сейчас хурик будет проходить с ЕЦ в ЕВОК. А, нет, это далеко. ЕЦ, это другой есть. Ильтир, дай ему скребо хоть на цикл. Иду. Блин, у меня уже это... Это же не этот Томас, давайте ему скребок, ёпта. А, У него сейчас это самое, у него сейчас будет, ну, перезарядка. Есть скребок, давайте. Сейчас я ухожу. Хурик, за мной прошел, сейчас возьму. Давай, скребок ему дайте. Ай, был скребок, давайте, я ухожу. Азиманди, дашь? Ну, я типа еду. Я типа 60. У меня армор уже пошел, парни, я больше не мог ему давать. Не, понятно, но... Он сейчас идет просто. Ну, мне кто-то... Я здесь. Ну, ебись. Ну, разворачивай. Сейчас еще раз будет скребок, сейчас на него потопил. Взял скрипком, держу. Все, я уже держу скрипком. Хурик приходит куда? На обзорку. Попробую Хурика, короче. 450 километров, короче. Блин, я дис спалил. Без понт. Ну все, если больно кому-то, отходить, я держу скрипком, Ортус. Могу поп... А, так, он приварпал на гейт в ноль.
Сразу раздувайся, может, на рекаем ты. Ну слушай, я так люкнул, но. Я варпаю на гейт в ноль, у меня. Стойте, стойте. Твою мать, не успел чуть. Ну ладно. Так, я захожу за ним. Будет кто готов, кто-нибудь за мной заходить? Или мне смысл? На грамм у всех предположительно еще. А, блядь, да. На грамм. Я могу сейчас тынками туда пройти, посмотреть, что там. Он отварпался. Так. Там, наверное, охуенно. Парни, я в Торинес полетел обратно, потому что у меня дис сожжен. Я на МВД отоплел на перегретом. Охуенно, Мортус убили, просто топовый. Что там, скрамблер? Доминанки. Ну, это не очень круто. На самом деле. Ну, посмотри. По 40 лямов там. О, нормально. Что ему, я думаю, что дал проб. Я тоже что-то смотрю, что-то он как-то едет странно. Доми Дис, ну все, что. Давайте я, короче, вывезу. Хотите, я вывезу? Я в линк сейчас засуну. Хорошо. Ну, короче, купили. Ганг. Почти не, ну не. Бля, я, короче, не вписался в Слипнир за этого Лотуса. Хорошие люди. Ну, Слипнир бомжовский, сразу было ясно, потому что он пиздец толстый был. Он просто пассивный, со скрамблером, с одним ловом. Ну это хорошо, мы не до того соубили. Да, он меня и килл здесь убил, на этом же самом гите. А, на этом, на чем? На. На леге. Да, на леге. Так, я пошел в лоусяк. Лоусяк? А что такое? Ну да, ну я вон видишь, да? Ой, что-то. Кстати, пацаны, Оракл и Стабер Флиты еще сейчас кемпят на Торинесе. Можем сходить. Ну я сейчас это, докнусь, починюсь. Ратл на подскане. Это не Дотумус, наверное, опять. Ну, скорее всего, да. Кило туда же идет, да? Да. И Хурик Флит туда же идет, блять. Никакого обзорки не было, да? В бубль он влепился. Ну, мы можем, конечно, я могу у него пострелять, но я не думаю, что это танканул. Ну, смысла его нет в клозе танковать. Не-не, он не в клозе, в тридцатке где-то. Ну, давайте, я закрылся. Короче, в яйце мы не развлекаемся, мы в этом, да? То есть не развлекаемся. Я сейчас бью Хурик. Ратл, в смысле. Ну мы в системе, мы не в яйце, правильно я понимаю, да? Сейчас, мы в Евоке. Пол ганга еще хуй знает где, да. Понятно, все. Короче, давайте соберемся в яйце. В яйце на гите и вок. Нет, погоди, так в Евоке уже бью. В Евоке, в Евоке можно варпать на Хью. Принято. В бублю вы не придете. Все, поехал на Хью. Ты скинь его резай. Сейчас вот я хрен знает, он мне случаем здесь линки-то не выебет на гите залпа. На, может, дрона с праймером или что? А или он на инсте стоит, что ли? Он едет из бубля в инсту. Медленно. Ну, это неинтересно. Он в игре? Нет. Ну, это тогда не очень интересно. А он на чем? Надо с другой стороны надо брать его. Да, надо. Соленка шелдовая. Я иду, короче, к вам. Нахью можно варпать. Подожди, так он хуй знает где. Я говорю, он едет в Киту, ему осталось 15. Так ХД просто скрам и все. Ну уже. Он 120 метров топит. 120 метров, да. Ну что, на скилле это самое. О, как. Он загрелся на линке, я проваливаюсь с линками. То есть я с другой стороны втоплю сейчас. Он в 10 километрах от инсты, короче. Плохо. Он в агре сейчас. Кто диагрится будет? Он в агре сейчас. Я с той стороны буду готов его подхватить, если что, на интере. Давай. На спайк. Так, давайте, может, как-то. Может, с праймери? Нестор на пускание.
Ой, блядь, давайте вытапливаем. Так давайте посмотрим на их, на как они пыжатся, постреляем там дронов, не знаю. Я вот гекку разряжаюсь. Я сейчас тоже пукну по гекке. Так, он на меня согрелся. Гекка поехала к нему в ангар. Так, а вот это уже неинтересно. На бал. На бал это интересно. Я прошел на ту сторону. Так, на той стороне локал 3. Арест. Так, цинабал на меня поехал явно. Отлично. Есть скребок на цинабале. Давайте по цинабалу. Не стартовит к нам. Вам, наверное, арморный. Есть линки. Шелдовый? Цинабал добьете? Я держу цинабал, но у меня... Все, окей, мне просто плохо. Давайте Нестер попробуем. Есть клевок на Нестере. Линки тоже есть. Раттл ушел, да? Да, Раттл прошел. Отстрелите дронов, джамдронов. Нестер держу. Я тоже держу. Джамдронов отстрелите джамдронами. А когда дроны... это сам дрон. А, тогда огров было бы неплохо отстрелить. Так, на дождь прийти можно. На хаю можно варкнуть. Исчерпаны заряды модуля. Не стартопит обратно на уже, впрочем, нельзя. Ну, ты вовремя сказал, окей. Нет, ну сейчас... Ну, можно. Я там... на обзорку уже пошел. А, ну да. Ну, шелдовый, Нестер, даже не знаю. Нестер вообще стоит с нулем скорости, как бы. Ну да, нулевая. Ратла лочит. А Калита почему на ратле чита? Не знаю. Так, что мы делаем? Мы бьем Нестор. Вот сейчас бы здесь курса, конечно, была бы охуительно. Честно. Да. Что поделать? Я думаю, если бы было курса, они бы просто не прилетели сюда. Так он шелдовый, говорите, да? Да. Очень на это похоже. У меня едут еще огры, что за пиздец. Надо будет зафитить курсу и оставить ее в 13. Вот бы курсу сейчас. Черт, Нестор отпустил. Прилот ушел. Есть опять. Поинт от Интера. Нет, опять вхватил. Блин, ну он, по-моему, у нас бейтит, такое ощущение. Ну да. Да, бейтит. Конечно. Ничего удивительного, впрочем. Ну, он 100% не капстабильный. Ну, вопрос, сколько он качает? Вопрос, сколько он может батареек карга. Ну, может, он сейчас батареечкой, понимаешь? Не. Так, по ограм можно пройтись, мне сейчас плохо будет. Я рапидки в Нестора отдаю. Опять отпустил Нестора, ебаный огра. Так, блин, я по ограм поехал. Поинт на Нестора будет? Есть, поинт на Нестора. Раттл отварпал. На Астрахус или на что там? Переварпать может. Ну, вероятнее всего. Блин, да, курсы, конечно, не хватает реально. Слушай, а может брод у нас раздуется, чтобы не пришел в клосс этот? Ну... Сейчас. Ну, отсекать, я даже не знаю. С этого... Не, хуёвая идея, слушай, хуёвая идея, честно. Он просто умрёт, блин, там. Не просто, грубо говоря, он поставит на привар и потопит потом. Я не успею. Давайте бить Нестор, я не думаю, что он будет танковать на свечке. Даже ну, если он без батареек, то не будет. Так, Ратла пока вскакивает. Кто-то может с меня снять джамдронов? Ну, у тебя нет джамдронов. Он на мне варьеров, он на мне 4, 2 варьеров. Окей, 2 варьеров окей. Точно на мне скинул. Вы о, все, пошел, короче, дружище. Лол, это он бейтит так? Не знаю. Сомневаюсь, что он так бейтит. Возможно. Я надеюсь, что он так бейтит. Попробую в греве дать.
добить. Я пошел ракеткой начинаю. Я сейчас подъеду чуть-чуть поближе, нетрик там. Я сомневаюсь, что он бейтит, судя по... Ну хрен знает, вполне может. По-моему, все добейтился, парень. Пиздец. Раздувайся, раздувайся. Далеко, 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 далеко. Да попробуй. Далеко, 3-4. Да, есть, 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 понял. Так, не убиваем, да, вписываемся. Трансов? Очень интересно, что... Найтмар, 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 парни, Найтмар на подскане. Блять, вот как я вовремя раздулся, это просто пиздец. Может, давайте попробуем, не убьем Найтмар, да? Ну, попробовать-то можно. Да. Может, убьем. Накопитель полностью разряжен. Я писался. Я тоже писался. Ну, только аккуратно, блин. А чё, давайте, Найтмар убивайте, там будет мало, если чё, либо не едет. Найтмар. Сука, сука, только не ко мне, блять, парень. Тебе. Чувак. Пришел, пришел, пришел. Бля, ну нормально, в принципе. Тридцатник. Добивайте капсулу эту. Давайте, давайте. Давайте. Блять, почему я такой криворукий рак? Подсеткуйте, Найтмар. Пизда. Забейте капсулу, пожалуйста, блядь. Да подсеткуйте вы Найтмар, господи, парни. Пока парень дает. Найтмар, где стоишь? Ингрот, Ингрот, ты как? Убегаю, как убегаю, 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 давай. Давай. Вы сетку можете дать? Ух, нихера себе, там он всекает. Ну, подсеткой? Это Снейк внезапно, то есть нормальный Найтмар. Это подсетка он столько сечет или как вообще? Что это, блин? Нет, не подсеткой. Так, это он поэтому просто погрелся. Я вот таплю очень больно, сейчас кому-то влетит. На меня подгра пошла. Ну я его держу, короче. Я сейчас, я стою в алайне, короче, и он на меня топит. Он сейчас мне... по мне раздается, по мне раздает. Блин, ну хорошо ему входит, хорошо входит. Да, и все, я перезарядился. Ну давайте. Пацаны, мы его убьем, пацаны. Линканите, пожалуйста, этот. Нестор. Линканите, да, Нестор. Потом. Потом. Главное, чтобы несколько поинтов было, чтобы он один не снял. А, кстати, нужно смотреть. Твою мать! Твою он мать! Прыгнул. Слышите? Ну, это печально. Ну, никто не видел, что ли? Че за. Блин, я меня. Только хотел сказать, я топлю на него, на перегреве. Ну, попробуй, но я думаю, но не успеешь вроде уже, не, он не в разгоне. Кстати. Он в разгоне, он скорость не сменил даже. Да, но он может в неправильное место в разгоне. Он даже есть поинт, есть поинт, есть поинт. Ебать, ну... Давайте, да. Давайте, чтобы он не снял. Ну, заезжай за него, заезжай за него. Ну, 3 минуты, время есть. Твою мать. Так, он меня нейтрит, типа. Блин, неприятно нейтрит. Сейчас, 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 Вархман. Еще чуть дальше можешь отъехать? Да он меня нейтрит. Я Вархман на тебя. Есть, 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 блин. Блин, нейтрикс. Есть здесь, есть здесь. Блин, я вытопил. Держит кто-нибудь вообще? Он, короче, он порвал дистанцию. Держит его кто-нибудь? Ну, я могу взять, но, блин, я долго не продержу. Ну, держи хоть чуть-чуть. Я поехал, ладно. По мне разъезжается, держу его, держу, держу. Скребок мне положил. Какой скребок у него АБшка? Чтоб не отпрыгнул, блять. Как же жестко он бьет. Короче, держу его, держу, подсеткуйте его. Начал лучить, начал лучить брод. Блин, 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 лишь бы не сгорело ничего. Вроде ничего, я короче на этом. Он убегает. Хуй его знает, когда он топит, он мне кажется за гилой топит. Нет, он не на меня. Ну посмотри. Надо просто подсетковать, все, он это, сдулся, мне кажется. Мое ощущение, что он сдулся. Ну слушай, я въезжаю и сейчас буду стрелять. Нормально так. Он вообще в другую сторону. Просил, 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 просил. Блин, надеюсь, он не бейтит. Нет, он не бейтит, он не может много танковать, если он так едет. Ты готов все раздаваться. Твою мать, ну давай. Я надеюсь, он действительно не бейтит.
Потому что под ней. Я сейчас приеду в рейндж. Он меня атачит, задизраптил меня и там. Пока что задизраптил только. Ладно, сейчас, короче. Атачит он не меня, но. Может он. Ну, у меня нет промахов, короче, не показывает блок. Айнгрот, вон что там. Он греется, бэшку, осторожно. Так, джамп смотрите, не смотрите? Ну, я слепому удержу, какой джамп? Джамп. Понял, все понял, я затупил. Я тоже подстрахую на всякий случай. Блин, ну давай. Есть! Да, раздувайся! Исчерпаны заряды модуля. Красава. Поинт, пацаны, это праздник какой-то. Хорошо, Ашима. Ашиму. Писывайтесь быстрее. Вы яйцо держите? Я держу скрипом, убивайте. Держу Ашиму. Сетка Ашиму держу. Блин, у меня сгорел опять дизраптор. Да что, пиздох. Я взял. Я держу Ашиму. А, яйцо подержите кто-то. Сейчас я ремарку она же бабла вроде. Да все, умерло яйцо. Я пошел. Держу Ашиму скрипком. Все, она уже. Но это талонный фит от Incident Flow. Пиздец, господа. Пиздец просто. Просто nice fit. Сейчас еще что-то придет, по-моему. Ну, кстати, самое время раздуться. Ну... Найс. Ну твою мать, опять этот глюк. А, не, нормально, сработал.